Капка Валентина Анатольевна, имеющая высшую категорию. Учитель русского языка и литературы, отличник народного просвещения Решина Мария Семеновна, учитель высшей категории. Учитель математики, отличник народного просвещения, заслуженный учитель Кубани Медяникова Ивана Ивановна, тоже учитель высшей категории. А сегодня мы представим молодого учителя Семютенко Елену Алексеевну. Выпускница данной школы. Закончила Кубанский государственный университет. Работает в школе 6 лет. Имеет первую квалификационную категорию. Ее кабинет физики занял первое место в районном центре кабинета. Это интересный общительный человек. Обладает умением общаться с людьми разного возраста и профессии. Со своими воспитанниками держится непринужденно и уважительно. Поэтому, несмотря на юный возраст, пользуется у ребят неоспоримым авторитетом. Елена Алексеевна преподает физику, точную и сложную науку. Но по натуре она лирик. И неудивительно, что физические законы она изучает с помощью классической русской и зарубежной литературы, даже с помощью музыки и песни. Нельзя не позавидовать ее оптимизму, умению радоваться жизни, стремлению дарить радость людям. Нам очень нравится наша учительница, потому что она очень требовательная. Она всегда задает задания, но мы довольны своим учителем по физике. Нас вспомнили вчера, сегодня классные собрания, поездки. Всегда добрая и отзывчивая на все наши проблемы. Она является нашим классным руководителем, она помогает нам в решении наших личных проблем. И школьных. Она помогает нам с оценками и всегда отзывчива на наши просьбы. Маленькую, хрупкую, но волевую и настойчивую знает Елену Алексеевну как руководителя межшкольного факультатива по физике. Самый главный принцип жизни молодого учителя – не останавливаться на достигнутом и брать вершину за вершиной.